Как твои дела? Хорошо. Куда ты идешь? Я еду на мотоцикле. А куда ты едешь? В дороге. О, понятно. Что ты делаешь? Я делаю дорожку. Дорожку? Синенькие, голубые. Уже порисовала? Да. Так быстро? Да, у тебя пончик есть. Мне вот пончик. Ручки нужно вытереть. У меня время сохнет. Да. Спасибо. Пожалуйста. Это мои мелкие. Твои мелкие. Смотри, есть тут желтый. Я с тобой. Ну расскажи, как ты упала. Бабушке Лёле расскажи. Я упала с самоката и ехала на самокате. Упала с самоката и ехала на самокате, да? Да. Молодец. Ударилась? Да. Чем? Коленкой. Коленкой, да. А что ты ешь? Я ем пончик. А с чем пончик у тебя? Да. С водой. С водой? Нет, а внутри пончика что у тебя? Маленькие персочки, которые я с пончика ем. Я сижу на папе. Грею солнышко. Греешься на солнышке? Да, там потеплее. Ух, теплее. А давай попозже себе руки с водой. Не надо. А то же растает снег. Буду полить ее водой. Не надо. Давай я... Пахнет? Облизнуть. Облизнуть? Нет. Я хочу... Кошка большая. Да. Ты что? Кошка? Кошка-облизунька? Это ты! Надо тут встать на меня. А как ты думаешь, здесь есть хаги-ваги? Нет. Нету? Да. Или может быть есть? Нет. Он придет очень. Подойди ко мне поближе, пожалуйста. Но там нету никаких. Там хаги-ваги. Здесь нет, да? Да. А где же они живут? Они живут в лесу. А здесь разве не лес? Нет. Одного. А там далеко есть лес. Ага. У нас есть далеко на даче лес. Угу. А там не продают вот тут хаги-ваги. Тут продаются миги-2. Их бьют хаги-ваги. Кого? Их бьют. Ой, он не выходит. Ой, как они ходят. Как голуби ходят. Ну, смотри. Голубь, иди сюда. Голубь, иди сюда. Ну, ты его зовешь, тебя же нечем угостить голубя. Ну давай в другой раз, когда мы пойдем в парк, мам, мы купим хлебушек и будем кормить уточек и голубей, да? Я больше не хочу. Давай пойдем домой. Спать будем? Нет. А что? Давай пойдем домой. Я хочу суп есть. Да ты что? Это что-то удивительное. Ну хорошо, все тогда. Пока-пока, говори. Пока-пока.